Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшая радость и любовь, в простом ты видишь все творение и к жизни новой вновь готов. Заведующий кафедрой природоведения Геннадий Петрович Малахов. 3 июля, день Мефодия, назван в честь святого священномученика Мефодия и епископа Потарского. Угодник Божий Мефодий, с юных лет предавший себя на служение Господу, явился честным сосудом, принявшим Святой Дух. Боролся против распространения оригеновой ереси, просвещал язычников. Язычники отсекли ему мечом честную главу. И перешел святой Мефодий в лучшую жизнь, как жертва живая, принесенная Богу. Вначале служил Агнцу Божию, а потом сам был заклан как Агнец. День называли по-разному. Днем Мефодия Перепелятника, погодоуказатель, паутинный день. На полях поспевал хлеб и появлялось большое количество перепелок. Если сегодня увидишь белого перепела, то это к счастью. А если его поймаешь, то всю жизнь будешь удачливым. Если сова сегодня садится на крышу дома, то вскоре в этом доме произойдет пожар. Приметы. Пошел дождь на Мефодии, и еще 40 дней лить будет. Муравьи собираются в небольшие кучки, ожидая грозы и ветра. Согласно воззрениям древних мудрецов, человек, рожденный в тот или иной день недели, обладает теми или иными качествами, которые связаны с каким-то металлом. Вы можете себя протестировать и решить, насколько это справедливо к вам. Понедельник – это умный, красивый человек, но несчастливый. Металл – серебро. Вторник – человеку сопутствует удача, металл – железо. Среда – человеку сопутствует любовь, металл – золото, серебро. Четверг – у этого человека нелегкая победа, олово. Пятница – человек часто подвергается тревогам, заботам, минерал – медь. Суббота, как правило, это люди, путешественники, минерал – свинец. Воскресенье – рожденные в этот день пребывают в радостном, веселом настроении. Металл – золото. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!